Уже третью неделю российское руководство пугает мир грязной бомбой, которую якобы хотят взорвать украинцы в Херсоне. Путин разглагольствует об этом на Валдае, Шойгу с Герасимовым обзванивают мировые столицы с предупреждениями. И грязная бомба на самом деле существует. Источник этой грязи и токсичности – сама Россия. Ее политики и пропагандисты, распространяющие потоки лжи и ненависти. Ее агенты, развозящие по миру флаконы с новичком. Ее спортсмены, использующие допинг в промышленных масштабах. Ее солдаты, копающие окопы в зоне Чернобыльской катастрофы и обстреливающие Запорожскую атомную станцию. Ее газовики, устроившие экологическую катастрофу в Финском заливе, сжигая в огромных масштабах газ в факелах вместе входа газопроводов. Так что грязная бомба уже взорвана. И этой бомбой является сама Россия.